Так. Основная задача этой карты – понять, где ты находишься. Я у Майна. Колоколя. Понятно. Такой сухарь. Звук есть? Есть, есть. Блин, зачем я спрыгнул? Ясненько. В эту в дырку провалилась? Нет. Что-то я не поняла. А, у него пинг такой плохой. Это я хорошо, опа. Это я удачно. А что у вас там происходит? Да он занес. Дед проверки провалит. Он к вам, наверное, сейчас придет. Да я один сижу. У деда. Дед провалил, он к нему пришел. Отлично. А, блин, у него Франклин, прикинь. Блять, без дамы на фонарик. Я без аптечки. А где ж он чинил-то? А он отдельно чинил? Да. О, он у меня. У него, точнее, он слепит его. Пойду его ген дочиню. Угу. Блин, ну он посливал тут все. Ой, блин, как бы хороша была сейчас устойчивость. Не устойчивость, а? Устойчивость, по-моему. Какой перк ускоряет, если это ранее устойчивость? Да. Ага, вот хорошо было бы сейчас. Потому что отхилом тут не пахнет. Учитывая, что мне аптечку забрали. Ой-ой-ой. Что за крики? Олег Мрак, кажется. Так, он рядом, но я успеваю. Хорош. Что-то Катюху так медленно чинит. Она вроде раньше меня начала. Кстати, Игорь, реально лайфхак. Mm-hmm. На этой карте, если есть возможность, беги в подвал. Вот в этот, в котором ген. Он пока оттуда несет, mm-hmm. донести не может. Так в подвале ж крюки есть. Там нет подвала. Я имею в виду не тот подвал, который подвал. Я понял. Там есть крюк. А он что, дурак тогда, что ли? ХЗ. Там есть, он и был всегда. Не, ну тогда он дурак получается. И я бы не утверждал этого, если бы сам лично не висел бы. А так, вот это плохо. Я улачу. Рядом со мной бегает. Она рядом со мной падает. Почему я не вижу ее? Может, потому что далеко? Не знаю. Не берусь судить. Так, где-то чинят. Найс. Не очень. Блять, он у меня. Ага, сниму тогда ее. Ah!
О, зря я сюда побежал. Заблудился? Так, ну это очевидно лик мрака. А, у него бамбузил. Так, значка порчи нет. Или это потому, что я не кричал? Был. Был? Я подвал. Короче, бамбузил, лик мрака, Франклин. Подвал Влача. Он кемпит. Я хуже же, я ж его не вижу. Может, наверху стоит. Внизу нет, по крайней мере. Может, и кемпит, может, и нет. Ты пока повиси. Угу. Я попробую ворота подготовить. Да, но я относительно близко. Так, он у меня. Ко мне дед идет, но стадию просрали. Катюха открывает дальние. Зачем? А у тебя дофига там осталось? Угу. А, он ее согнал. Возвращайся на эти. Он не ее согнал. Он деда согнал. Странно. Мне почему-то показалось, что погоня за ней. Так что там с твоими воротами? Готово. Ты видел, где я открывал? Да. Все, супер. Адрик есть, отлично. Где дед упал? Ах, хуй его знает. А, там. А, ну она там подготовила ворота вроде. Да, у нее готовы здесь ворота. Нормально. Ой, ебать, как далеко. Но она, походу, не собирается идти. Он здесь. Бля, он за мной. Он за тобой. Нет, за мной. Выбегай Но тогда мне в ворота. выходить. Выходи, выходи. Угу, нормально, выпал. Хорошо. За малым, блядь. Выходите, выходите все вообще. А где оно-то? Ну, она фуловая. Она выйдет, и ты выйдешь. Деду главное добежать. Блять, она ну прикрыла А бы дед... хотя бы. А, у деда этот перк, вот это поворот. А, все, нормально, отлично. Отлично, отлично, все. В принципе, Сейчас мы он можем бежать. восстановится. Ладно, Ну подожди. да. Да не, лучше выходите, дайте ему люк, если что. Не-не-не, на себя надо побайтить немножко. Да он его не найдет. Он лежит хуй знает где. Не, я предлагаю побайтить на себя. Все, выходить. Он встал. Ну все. Пойдем. 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 А, вон он бежит, все. Супер, супер. Отлично. А таксичит там бегает. Слушай, ну, супер. Просто Капельку супер. дали даже. Очень грамотные действия на самом деле. О, да, у меня серебро четвертое, наконец-то. Ему вообще ничего не помогло. Не бомбозил. Да, это лик мрака был. Ни барбекю, ни гибель Франклина. Короче, мы все, кроме барбекю, прочитали. Вот что значит хорошие сурвы, Игорь. Вот они.